Друзья, всем привет! В этом обзоре отель Sea Beach Аквапарк 4 звезды, бухта на Бэй. Погнали! Так, холл отеля, ребят. Ну, просторный, большой, в принципе. Справа у нас ресепшн. Вот он, так вот выглядит. А вот перед ресепшеном у нас есть, смотрите, такой вот бар. Итак, дальше, друзья, пока я буду показывать вам, как выглядит отель и его состояние, постараюсь рассказать вам основные моменты по отелю. Значит, как я уже и говорил вам, отель расположен в бухте Набк-Бэй, примерно в 10 километрах от международного аэропорта Шарм-эль-Шейх, то есть трансфер будет относительно недолгим. Кстати, за территорией есть немного магазинов и сувенирных лавок, так что минимальные сувениры можно купить тут. И туристам не нужно ехать в Набк-Бэй, либо там в Хадабу, если это касается чисто покупки сувениров. Также, ребята, относительно недалеко от этого отеля есть диско-бар Hard Rock Cafe. Он находится примерно в 1,5 километрах. В принципе, можно, конечно, пройти и пешком, но в такое время лучше все-таки будет проехаться на такси, потому что такси тут должно выйти совсем каких-то там пару баксов. И, кстати, если вы все-таки соберетесь пойти на дискотеку, в Hard Rock Cafe, либо в какую-то другую поехать дискотеку, то вам нужно обязательно учитывать тот момент, что цены на алкоголь, даже на тот местный, некачественный, невкусный алкоголь, там будут очень высокие, а свой алкоголь пронести туда практически невозможно, потому что очень серьезно проверяют всех туристов, чтобы ничего не приносили своего. Дальше по состоянию отеля. Очень наглядно видно уставшую территорию, много всего потертого, местами облезшую краску и штукатурку на корпусах. В общем, отель просто плачет по реконструкции. Да, на это можно закрыть глаза, если отель будет по хорошей цене. Дальше по бассейнам. Смотрите, значит, с подогревом в зимний период тут есть только один бассейн, который находится в релакс зоне. В аквапарке общее количество горок всего 23, и еще 3 горки есть на главном бассейне вне аквапарка. По питанию, ребят, значит, all inclusive здесь действует до 24:00 и дальше будет все за доплату. Кроме основного ресторана есть еще 2 а-ля карта, и один из них по предварительной резервации можно посетить бесплатно. Что касается заселения, то чек-ин по правилам в этом отеле начинается с 14:00. Раньше всего без доплат туристов могут заселить с 10 утра при наличии свободных номеров. Выселение из номера стандартно в 12:00, после этого срезаются браслеты и all inclusive дальше только за доплату. Дальше вкратце расскажу вам за пляж отеля. Значит, длина пляжной линии примерно 260 метров, то есть тесно никому не будет. Шезлонги и зонтики есть, я думаю, в достаточном количестве, и бежать с утра, чтобы занять шезлонг, вам не нужно. Пляжное покрытие песчано-галечное, на входе в море есть коралловая корка, не длинная, примерно 2-3 метра, и дальше очень длинный песчано-галечный заход в море. Пирс у отеля на данный момент недостроен, и его примерная длина сейчас составляет 645 метров. Есть 2 спуска в море, глубина примерно до 1,5 метра, в зависимости от отлива-прилива, может быть такое, что и 0,5 метра. Но это Набка, и естественно, друзья, это нужно понимать. Значит, на данный момент открыт только первый спуск в море. Он находится на расстоянии примерно 300 метров от начала пирса. И остальная часть просто перекрыта, чтобы туда не ходили туристы. В общем, друзья, чтобы у вас была четкая и детальная картинка по данному пляжу, обзор этого пляжа я вынес в отдельное видео. Ссылка на обзор пляжа будет обязательно в описании к этому видео. Поэтому заглядывайте в описание. Иногда там бывает очень полезная детальная информация по услугам, ну и другие различные нюансы. Так, это у нас санузел, чистенький туалет, полотенце для рук, нормальный фен,
Косметика, да, есть косметика. Душевая кабинка небольшая, но чистая. Полотенечки. Справа у нас водичка и сам номер. Две раздельные кровати. Справа у нас телевизор и балкон. Балкон, в принципе, стандартных размеров, с видом на бассейн, на территорию, а дальше у нас видно и море. Можно вполне считать, что с видом на море. Так, детский клуб. По пути в аквапарк у нас слева находится. Площадка есть. Снаружи детского клуба. Туда мы заходить, скорее всего, не будем. Да и аквапарк, скорее всего, полноценно показать вам не получится, потому что начинает свою работу он в 3 часа. Сейчас еще нету 3 часов, поэтому, ребят, покажем вам все из-за забора. Но, друзья, даже из-за забора у меня не получится показать вам аквапарк в этом отеле. Какие здесь горки, какое состояние аквапарка, ничего у меня не получилось снять. Потому что с этого места абсолютно ничего не видно, а отель не захотел показывать аквапарк до времени его открытия. Чем и дисквалифицировал себя из топа лучших аквапарков Шарм-эль-Шейха. А вот убитые стулья в амфитеатре, пожалуйста, смотрите. Не понимаю я, как отель вообще может такое допускать? Ну, есть в плохом состоянии кое-что, но когда это просто все убитое, то по-другому, друзья, просто ничего не скажешь. Так, ребят, смотрите, значит, пляж вам показал полностью, все в деталях показал вам по этому отелю. А вот сама территория, ну, как-то у нас не сложилось ее полноценно посмотреть. Значит, аквапарк тоже был закрытый. В общем, не смог я оценить аквапарк этого отеля. Кто отдыхал, вы, если что, напишите в комментариях, что вам понравилось, не понравилось. Вообще, в целом, по отелю напишите, если вы здесь отдыхали, ребят, что понравилось, когда вы отдыхали зимой, летом. Вот, катались ли вы в аквапарке, либо не катались. И насколько вы оцениваете этот отель, напишите в комментариях под этим видео. Ну, если что, задавайте вопросы, на что смогу, на то отвечу. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, до новых встреч, пока-пока.